Дорогие друзья, братья-пилоты. Пираты и караванщики, писатели, музыканты, программисты и флудеры. В наши двери и стаканы уже случится новый 2012 год. Однако на календаре пока еще 2011. Он был очень непростым. Но не будем вспоминать плохое, ведь было и очень много хорошего. Открытие нескольких пригодных для жизни планет. Успешное окончание программы Марс-500. Последний полет шаттла. Рождение 7 миллиарда уже для Земли. На нашем сайте... Это и выход нашего аддона X3 Charan Conflict. Там будет и открытие раздела. Свет Эльдон. Тревел. И проявление мощности конкурса, которых на всей души поздравляем. А также фантастический, но вполне закономерный успех от ваших спецпроектов. Мы уверены, у многих в дебет записаны успехи и в их собственном маленьком мире. В семье, в работе, на учебе, в творчестве. Недавно исследователи пришли к выводу, что окончание календаря мая совсем не означает конец света, а совершенно наоборот. Уже легче, не так ли? И тем не менее, хочется пожелать всем не расслабляться и держаться. Жить, не откладывая ничего на потом и наслаждаясь каждым мгновением. Молодым поумнеть, пердунам не растерять свой опыт и передать его желторотам. И всем-всем хочется пожелать достаточно здоровья, чтобы окончить новогоднюю ночь с 14 января. Чтобы дети, если есть, беспрестанно радовались своей красотой и успехами. Чтобы родители были веселы и спокойны за вас. Чтобы тот, кого вы вспоминаете, при слове «половинка» всегда был рядом. А также мудрости, умение жить в согласии. Умение прощать и умение признавать собственные ошибки. Всего вам хорошего, друзья и пилоты. Чистого и спокойного космоса, и пусть Экосов все-таки допилит очередные иксы. А фриловцы текстуры мод. С Новым годом! Jingle bell, jingle all the way. Oh, what fun just to ride in one horse open sleigh. Oh!